Привет, Эдик. Привет, Санек. Слушай, у меня проблема, я тут на снег с ковром вышел. Короче, немного перестарался, выбивалку сломал. У тебя не будет что-нибудь наподобие? А то если я ковер не выбью, жена моя совсем будет недовольна. Сейчас что-нибудь придумаю, не переживай. Вот, держи. Это что? Как ты просил, что-нибудь наподобие выбивалки. А главное, жена будет довольна. Ты